Итак, всем привет! Сегодня я хотел бы поговорить об одном аспекте под названием скам. А именно, вот открываем сайт Wattomani, да, наш всем известный сайтик. Вот, допустим, можно выбрать там, ну, допустим, там 5, 10, 80. Ну, это просто неважно, да, делаем калькулейт. Он нам считает, и что мы видим? О, круто, да? Z Classic, блин, приносит на 2 доллара в день больше, чем кто-либо-то еще там, да, смотрим, что вот у него там профитность, да, за 7 дней на 393% выросла. Ого-го, клево. Ну-ка, давайте посмотрим на CoinMarketCap, сколько он стоит. Давайте, давайте, быстрее. Сейчас мы будем копать, покупать этот Z Classic. Давайте здесь ZCL. Вот он наш. Смотрим. Ну, тут все мы знаем, был ПАМ, да, там это все монеты так вырастали. Давайте вот за 7 дней. А давайте за месяц. За последний месяц мы видим, валюта просто летит вверх. Просто летит вверх, и то есть она поднялась у нас, да, с 6, да, там вот, допустим, вот она упала с 4, да, до сколько сейчас? Аж 39 долларов. Ну, насчет того, что она упала, все мы знаем, произошло следующее. Команда разработчиков Z Classic просто создала новую монету, называемую Bitcoin Privat, да, это как бы что-то между биткоином и Z классиком, и получился биткоин приват, и полностью ушла в разработку биткоин приват. То есть Z классиком никто сейчас не занимается, да, и это они официально подписали об этом. После этого как раз, то есть вы знаете, да, всегда эта Z классик была самая профитная, ее всегда все копали, покупали, продавали и так далее, все на ней делали деньги. Все было круто, пока команда разработчиков не решила пересоздать новую монету, биткоин приват. После этого она упала и все. Но тут произошло следующее, она начала расти. Круто. Wattomani говорит, что она самая прибыльная, да. Это все хорошо. И многие сейчас начинают ее покупать, покупать и покупать в надежде того, что получить вот эти замечательные иксы. И все круто, все хорошо, казалось бы. Но давайте посмотрим в итоге-то, что с нашей монеткой-то происходит. Вот перейдем на ее сайт. Проще всего это сделать через Wattomani. Wattomani, знаете, официальный сайт. Перейдем на официальный сайт. Здесь нету ничего про разработчиков и так далее. Да, все та же самая информация, которая и была. Единственное, что вот вылезло такое сообщение Z Classic and Bitcoin Fork, да, приват, да. Вот, и типа давайте переходим в биткоин приват тогда. Вот мы видим ее цену, да, этот баннер, все, с CoinMarketCap. Но давайте посмотрим на самом деле, что же с ней происходит. Давайте перейдем на официальный твит-аккаунт Z Classic. И тут мы видим следующее. Давайте даже попробуем его перевести. Сейчас у меня подгрузится страничка. То есть я не сам это придумал. Чтобы вы имели в виду, кто английского не знает, можно, да, всегда любой текст перевести. Интернет-технологии и так далее. Что сказано? Как сказано в марте, вся работа остановилась. Z классиком. Ничего об этом не изменилось. После этого, то есть, ничего не поменялось. Любая предполагаемая вилка, ну, видимо, вилка. Что это? Что, не вилка, видимо. О которой вы можете услышать, не имеет ни широкого консульта. Будьте осторожны, прежде чем устанавливать в любой вилке, которая обещает гарантированное возмещение или может показать слишком хорошее, чтобы быть правдой. То есть, сами разработчики официально говорят, ребята, не верьте никому. Можно даже сказать, не покупайте Z Classic, он мертвый.
И тут все у них начинается про биткоин-приват, 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 да. Но люди почему-то покупают этот Z Classic большими, огромными темпами, да. Волум уже составил у нас 37 миллионов и продолжает расти, да. Капитализация этого Z Classic. Ребята, нафига? Нет, одно дело, когда вы майните. Да? Вот вы майните и все. Ну, сразу скажу, если вы майните Z Classic, продавайте его сразу. Сейчас идет обычный памп этой монеты. Крупные игроки просто все, что они хотят. У них было много Z Classic, они его хотят поднять на какой-то уровень и потом быстренько продать. Эта монета мертвая, она не может жить. В долгосрок ее никак нельзя. Майнить можно, но продавать тут же, потому что никто не знает, она может через буквально час просто упасть в ноль и быть на нуле, и больше не подняться никогда. Это я вот вам записываю видео, я вам говорю, после вот этого пампа начнется, ну, в течение, я думаю, 30 дней. Ну, я могу ошибаться, вы же сами знаете, криптовалютный рынок непредсказуем, но тем не менее, в ближайшем будущем она упадет и больше никогда не поднимется. Если у вас есть Z Classic, не храните его. Продавайте, продавайте. Когда? Решайте сами, но не храните. Не думайте, что он у вас будет приносить большие прибыли. Продавайте, продавайте его и ни в коем случае, даже сами разработчики сказали, не покупайте его. Вот кто хочет, может зайти на статью, да, вот эту вот они в марте опубликовали, почитать ее, перевести ее. То есть, ну, я ее в принципе прочитал. Понял следующее из этой статьи, что они вроде как передали это все в руки сообщества до, вот где-то было сказано, до 2019 года они еще будут исправлять там дыры в безопасности и так далее и тому подобное, но никакого развития она не получает уже сейчас и в 2019 году полностью прекратить свое существование как вообще монета, да. Поэтому, ребят, не стройте иллюзий насчет Z Classic. Не покупать, можно майнить, но тут же продавать. Никакого долгосрока про нее быть не может. Однозначно. Майнить можно любую другую монету. Какую хотите. Желательно, конечно, ту, которую нет на Watt2Money. Ищите, читайте вот так же, заходите на официальный. Ну, то есть монеты-то они, ну, почти все есть на Watt2Money, да? То есть вы любую тут можете ввести, тут очень много. Найти какую, искать, 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 это, ну, долгий процесс. Вы хотите зарабатывать, вы не думаете, что я это взял и быстренько заработал. Нет, это тяжелый труд найти то, что, найти нужную монету, прочитать про нее, всем узнать про нее новости, узнать про нее, как она работает, для чего она, где ее планируют применять и так далее. И только после этого делать для себя какие-то выводы. Это тяжелый труд, это непросто, но на этом можно зарабатывать. Кто, как говорится, не боится, не ленится, работает, он зарабатывает. Кто ленится и использует всякие вот такие ватт-тумани, которые выдают вот вам тут готовый результат, я вам скажу, вы можете крупно пролететь. Поэтому, как бы, делайте для себя, конечно, выводы сами, но я вас, как говорится, предупреждал. Все, всем спасибо, всем пока.